Всем привет, ребята! Вы на канале Савелий ТВ, Савелий ТВ. Пожалуйста, ну что ж такое-то? Подписчиков у меня уже 59, а было 61. Почему вы уменьшаетесь, а? Быстро вернулись. Пожалуйста, вернитесь. А то я без подписчиков никакой буду. Если вы будете уменьшаться просмотрами и подписками, а также лайками, то я не буду снимать видео. И вы не будете смотреть мои видео. Поэтому не надо так делать. У меня интересное видео про будут про FNAF, про Undertale. Ну, короче, много видео будут. Поэтому не надо у меня забирать подписчиков. А еще у меня Майнкрафт, вот. Снимаю Майнкрафт, еле-еле. Чё ж вы уменьшаетесь? Ладно, захожу в Майнкрафт. Ну, вы хотите посмотреть, сколько у меня подписчиков? Сколько хотите посмотреть? Хотите? Вот хотите посмотреть? Сейчас посмотрите, сколько у меня подписчиков. Смотрите. 59 подписчиков. Где мои подписчики? Пожалуйста, вернитесь. Мама там, короче, разговаривает по телефону и говорит та-та-та-та-та-та. Просто она говорит с нашей бабушкой, я вам в этом не должен рассказывать. Ладно. Так. Ну вот, классная игра Майнкрафт. Ну, серьезно, почему вы уменьшаетесь? У меня новый Minecraft Pocket Edition. Почему? 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 Скажите мне, почему? Вы не хотите смотреть в Minecraft? Или что у меня так? Нужно Undertale снимать. Да я потом буду снимать. Или, наверное, девочки подписываются, говорят... Нету, Пони, все, я от тебя отписываюсь. Вот так, что ли? Хотя, да, девочки некоторые любят Пони. Ну да ладно, фу. Зачем, кстати, придумали этих Пони? Девочки, напишите в комментариях, почему вы придумали FNAF и Пони. А FNAF это будут мальчики уже говорить. Ладно, шутка. Я таким вопросом не задаюсь. Не пишите FNAF такой и Пони. Я сам разберусь. Что это с моим... Что это с моим Майнкрафтом? Майнкрафт не прогружается. Майнкрафт, что с тобой? У меня Майнкрафт не загружается. Хорошо, что у меня не багованный майн. Ха. Так, сделать. Как сделать мир? Кто-нибудь помнит? А вот, создать новый. Создать новый мир. Нужно. Выживание или творческий. Ну, лагает вообще. Ну, лагает очень. Очень сильно лагает, да? Да, ребята. Напишите в комментариях, лагает у вас или нет. У меня супер сильно лагает, у меня ничего не прогружается. Наверное, у вас тоже так. Да.
все уже прекратилось, не уставляйте. Короче, не успел прочитать, что там написано. Создание мира. Что-то там написано про трансляцию Майнкрафт. Там было. Промотайте и увидите. Там написано Майнкрафт по-английски. Там вы можете прочитать, что написано. Серьезно, мне очень-очень интересно. Я не успеваю прочитать даже. Да. Вот и Майнкрафт сам. Вот. Хотите посмотреть менюшку? Менюшка вот такая. Это новый Майнкрафт 3. Да, это новый. Новый-преновый прям. Это Майнкрафт с пандами. Если вы хотите, что я вам, чтобы я вам доказал, что это не мод, то взгляните на изумруд. На изумруд взглянули. А теперь взгляните на новый блок. Видите этот новый блок? Возле крюка и возле этих вот штучек. И возле вот этой штучки. Понятно? Ну вот, смотрите, даже шар огненный другой. И лава по текстуре другая. Короче, тут еще вот такой вот столик есть. А теперь я вам должен доказать, что мобы тут новые есть. Для этого сначала посмотрите на вот эти лазалки. А теперь давай посмотрим мобов. Только я их должен сначала найти. Для этого нужно сделать большой экран. Находить. Вы увидели мобов, говорите в комментарии. А вот, уже я нашел. Уже нашел. Вот. Вот мобы. Вот мобы. Ну, я возьму котиков, а также панды. Пандов. И вот хотите посмотреть, что тут за мобы? Вот это что это за моб? Еще не помню. Ты чё, новый житель? Да, это новый житель. Его добавили. Видите? Это новый житель. Это вот эти новые носатые. Новые носатые. Ох-ох-ох-ох, да, привет. Привет-привет. Ну вот, я же вам говорил. А вот это панды. Вот это новые кошечки. Я же говорил, это новые кошечки. И новые котенки. Я же говорил, это Майнкрафт новый. Тут есть новые биомы. Мне кажется, что я что-то видел. А, да ладно, сначала я возьму зелье. Зелье прыгучести нужно взять. Зелье замедленной падения. Замедленности падения. И зелье ночного. Где ночного зрения? Ночного зрения, вот. Все, я взял эти зелья. И теперь я буду эти использовать. Зелье прыгучести. Зелье тонючести. Зелье света.
Сейчас, о чем мне деньги прыгают часы? Да ладно, вот этот с копьем, да, это с копьем. А нет, это не копье, это трилобит, точно. Кстати, я вам хочу показать лайфхак, как можно сделать так, чтоб было зачаровано это. Зачарованный трезубец. Смотрите. Вот я беру. Ставлю вот это вот сюда. Видите, это лайфхак. Как сделать все оранжевым. Ладно. Теперь засовываем вот это. И вот смотрите. Получается вот это вот. Идем сейчас. И вот смотрите.